Вся информация и видео, опубликовано на нашем сайте, взято из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Давно известно, что армяне имеют привычку, где селятся, то объявляют спустя время эту территорию исконно своей. В сети набирает популярность видеообращение жительницы российского города Сочи, в котором она возмущается территориальными аппетитами армян. Как передает АЗ, Эйзи со ссылкой на АКСА. Эйзи, это обращение опубликовано на канале «Важный поток». Ссылка под видео, предлагаем вам посмотреть полную версию видеообращения. И так хочется спросить, одно или мне надоело без конца слушать о том, что в Сочи проживает 90% армян. А вот если завтра абазины, черкесы, жедуги, шепсуги, абхазы возьмут, соберутся, сядут на автобусы и поставят перед Сочи указателя Базашта и в конце концов начнут возвращаться на свои исконные территории. Потому что уже дошло до того, что пишут, это армянские территории. У вас уже, извините, война на Карабахе с мусульманами. Вы умудрились занять территории горцев, благодаря тому, что добродушный к вам Горбачев из со Степанакерта вас вывез прямо в Сочи. Не хотите обратиться обратно к нему, чтобы он куда-нибудь еще вас вывез, пока не начались такие же...